Доброго всем времени суток. С вами Текстер. А под нами опять, блин, хрюкают всякие твари. И плюются. Вон они бегают, сволочи. А у меня здоровьишко-то не вагон. Так, все. Пойдем полежим. Так, они все рычат, смотрите. Да, говорят, я не снес нифига гнездо подо мной, эти сволочи опять респятся. Так. Давайте посмотрим, как насчет сна. Мне говорили то ли Е, то ли пробелом в этой штуке спать. Ну, смотрите, тут нет ничего такого. Сна здесь нет. Использовать Е. Ладно. Попробуем. Во-первых, у меня персонаж устал. Откровенно. Так, я выпрыгиваю из него. Enter, нет. Пробел. Ни хрена. Вот я черт его знает, хочу спать. Я вообще хотел в этом есть. Well, ага. Я хотел в этом негостеприимном месте отвалить от меня животные. Приварить себе вперед еще винты. Слушайте, я вот там взял то, что хотел или нет? Хрен меня знает. Да. Еще сдохнуть не хватало. Микердык. Ну да. Последний раз здесь камера, да? Ну ладно. А я сейчас опять буду безоружный. Черт. Черт. Я ж не вылечился. Я полежал, но я не вылечился. Короче, надо отсюда лететь еще куда-нибудь. Ну, я не помню, что с ящиком. Кстати, обратите внимание, монорельс какой интересный. На экране. Я правда не знаю, как он проходит, вон те столбы, которые впереди. Ну, возможно, у него справа дырка есть, которая отсюда не видно, и он как-то их проходит. Опачки. Я не там. Возможно, вот это? Я такой побитый, правда. То есть верхняя стоит капсула, не... Откуда у меня столько стоит капсул? А, на каждой базе, видимо. А, на основной, на полярной, здесь. И там, где я руду добывал. На этой, на гряде холмов. Видимо, так. О, быстро загрузилось. Ну, еще не загрузилось, но все равно быстро. Ну, блин, ну какого хрена? А суицид тут нет, по-моему. Да, ну ладно, сейчас засуицидимся. Обесточенная база стоит. А, не знаю, мне в воду, что ли, утопиться, нет? А, мы сейчас на землю шмякнемся. Бух! И он на этих, на баранах упадем. Ну, реально, почему не пишется, что
Она переименовалась стоит из капсулу. И будет стоит из капсулы мобильной базы. Привет, бандерлоги, я вас не боюсь. Дуэль на ножах. И все равно распилю тебя, подлая обезьяна. Смотри, я ее не распилил. Оно живое. Так, ладно. Стой с камеры один. Дайте верить, что это она. Ну зачем ты ее назвал стой с камеры один? Ну вообще вот нежданным. Ну, животных я уже просто ненавижу. Они везде. Они вездесущие. Плюс чертово гнездо, из которого они бесконечно респятся. И ни одной турели. Вот всего-то турели на корабле. И все. И кирдыком всем. Я даже готов к ним ящиками патроны делать. Ну, давай. Давай. Загружайся. Вам еще дальняя база. О, рычат, это они. Ну, теперь уж хренушки. Я теперь отсюда улететь не могу. О! Эй, мое имущество. Так. А у меня так мало было с собой, а ну да, я же все укладывал. Да забери ты его уже. Ящик догорает, да. Отлично. Так. Мультиинструмент. МК-3. Импульсная винтовка. Скафандр и ранец. И давайте еду воду сюда. Еда вода. Заряжаем винтовку. Черт, опять забыл, какая кнопка, она отлетает. Ховер режим. Че я poisoned? В меня эта хрень попала. Так. Режим парения включен. Смотрим на это. Да, все хорошо. Смотрим на скотину. А, да, я же не попадаю при всем желании. Ой, сколько их? Похвасту, 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 похвасту. Теняра. Слушайте, я вот не могу по ней попасть. Что твари держатся ровно подо мной. Да блин. Poison irradiated. Давай сюда. А, нет, это питательное. Это не то. Ну что, poison, как они по ним попадают-то? Poison я им, ага. Давайте выходите по одному. Где вы там? Козлы. Ай, а вот так могу попасть? По-моему, я поэтому по вентилятору долблю. Ну так они же по нему попадают. Или нет? Во. Нет, по-моему, не попадаю ни хрена. Даже не знаю, что сделать-то. Еще раз сдохну.
хрена ж не выход. Летят. Сдох. А винтовочка у меня в трупе лежит, да? Блин, их там три штуки. У меня просто слов нет. Тут как-то все зачистить. Мерзкие животные. Оружия приличного нету. Стоит с камеры один, мы уже знаем. Давай, респаун. Главное, не помню, что в ящике. Я брал, не брал. Маяк я вроде снес. Как бы намекает, что да, ящик я взял. Под ноги стрелять не могу, когда летаю. Они, когда они под ноги, складские создания убивают, когда с земли. Можешь улететь нафиг. Ну теперь надо труп свой обобрать. Главное, винтовка там. Надо где-то помирать у себя все-таки под окном. Вот я сейчас под окном хорошо вымер. А, рычат скотины. Давайте в режиме разрушения я вас фигану, а? Сейчас, ага, фиганул. Вон там мои останки где-то лежат. Все, они спрятались. У меня есть пульты, что я могу сделать? Я в яму их могу загнать. Нет, не могу, не могу, да? Ух, бегает козябра мерзкая. Да poisoned, я poisoned. Не, меня сейчас убьют опять. Это несерьезно даже. Все. Пошел и умер вот из своей, вот, безысходность называется. Я теперь даже не заберу, получается. Не успею просто. Единственное, что я могу их в яму закопать, попробовать. Если успею. Они, по-моему, тоже не идиоты, они вот так в яму просто не бегут. Хотя не, наверное, бегут. Сейчас будем пытаться. Ну, с макаками прокатило. Но больше я, где твари живут, наверное, не сяду. Очень нездоровое занятие. У них, похоже, гнездо уцелело. Или я все никак эту стаю не выбью. Сколько-то я их застрелил, конечно. Немного. Гранат нет. Мирный космонавт, блин. Винтовка так вовсе смех. Что, сволочи? Вот провались туда, и там живи. Это труп, по-моему. А почему он не дохнет? Я бесконечно его могу попинать, да? Да я поисон, да. Эта пушка их не убивает вообще. Даже в режиме разрушения. Я правую не долблю, им пофигу. Есть вариант, правда, убежать и сдохнуть где-то вдали. Но мне теперь нужно забрать свое имущество. Ну, скафандр.
Блин, уже 15 минут этой фигней страдаю. Ну, парить над ними бесполезно. Я себе под ноги не могу стрелять. Они бегают ровно подо мной. На земле я им не противник. Их винтовка берет там с двух обоим. Две обоим высадить надо еще успеть. Ну, хрен его знает, что сделать. Я бы сейчас уже имущество забрал и улетел нафиг. По-моему, этот ящик я уже лутал. Есть такая мысль. Не зря я побитый с прошлой серии. Скорее всего, я его лутал. То есть сейчас в идеале подхватить свое имущество и нафиг. Ну да, я могу скрафтить винтовку. Что мне это даст? Ничего мне это не даст. Где сволочи? Сволочи. Тут ямы есть. Во-во-во, туда идите, да. Так, это живое? Живое. Падай. Падай, говорю. Ой, ты туда даже. Да-да-да-да. Все туда. Куда нахрен? Как думаете, сидят? Все, не добиваю. А они там плюются. Да, и плюются, сволочи. Так, пошел лутать. Надеюсь, они все там и сели. Так, попрыгал Будя. Так, это что? Это оно. Стреляют. Давай быстрее бери. Бьют. Да бери ты. Блин. Temperature shield nearly depleted. Your body sustained heavy injuries. Ну да, если я сдохну себя на крыше. Мерзкие твари. Так, все. Вот за радаром спрячусь. И давайте посмотрим, что у нас. Что-то с этой надо сделать. С обломком моим. А эти там плюются, скоты. Так. Итак, ну я тебе вооружен. И охренительно опасен, наверное. Так. Оружие. Не свалится бы. Они там сидят, плюются в машину, да? Да. Тут, правда, он в 30 метрах мой трупчик обитает. Но... Вроде нет тут ничего. Так, ладно. Нехай плюются. Ох ты ж, смотрите, как все плохо. Эта штука так и лежит перевернутая. Ну, я даже не знаю, ее попробую так вести. Да. Это если она упадет. Я тут вообще застрян. Она упадет. Они шевелятся, эти штуки. Черт. Черт, черт, черт. А, выключено все. Ой-ё. Вот ловушка, по сути. Ладно. Что пробуем делать? А, сейчас лечимся. И пробую их выбить, наверное, все-таки как-то. Хоть как-то. Я не знаю как. Но как-то их надо выбивать. Потому что мне надо стряхнуть этот корабль. Как-то его перевернуть.
Но стряхнуть я его, допустим, стряхнул. Но не гарантирует, что он на шасси станет, а вот так пузом кверху не будет валяться. Значит, лебедку надо цеплять. А лебедку мне скотина под кораблем не дадут. Ну, правда, в яму загнал. Вроде бы, кажется. Но кто-то из них, по-моему, бегает еще по округе. Надо лекарства какие-то сделать будет. Что вот тут в этой штуке лечиться не очень хорошо. Так, пробуем еще раз. Е. Ага, Е это вылезти. Enter. Пробел. Даже не знаю, чем. Ну, или попытаться улететь, а если уж вертолет упадет, все-таки как-то, тогда уже придется оставаться, да? Ну, наверное, так и сделаю. Потому что я уже, у меня терпения не хватает. Все. Будем верить, что вертолет выживет. Что там у них? А, пихает собака. Взлет. Вертолет, держись. Их две осталось. Так. Смотрим по карте, ладно. В направлении туда у нас еще одна есть. Как бы назад немножко, да? Хотел перенастроить пропеллеры. Куча дел вообще была, куча. Не, какой там. Ну, я, похоже, все-таки снес эту штуку. Правда, у меня еще есть слабая надежда. Не падай, он шатается. Может, я вот тут зависну просто и вылезу. Плевать, эти дряни-то вроде как-то на меня видов иметь не будут там. Да не, они там бегают. Нет, бегают. Бегают. ...914, вот она та. Там где-то она находится. Тут я, видимо, все залутал. Так. Крадутся. Ну что, твари, вы победили. Блин, вся пустынями заселена. Как в какие-нибудь деревья улетай. Так. И нам туда. Вертолет лежит, все хорошо. Кверху лапками. Так, коровы стоят. Вот коровы, милые существа. Ничем совершенно не мешающие. Так. Ладно. А предположу, что вот тут никого нету, а? Ну, что тут коровы? А, блин, рядом с коровами эти хреновины ползают. Ладно. Приземляемся. Как бы у меня вот колеса застопорить, чтобы она этого никуда не ползла. Ну, ладно, не суть. Сейчас куда-нибудь ломанется. Сейчас кажется, какой-нибудь по... камень подо мной. Что-нибудь отреспится, не? Ну, смотрите, в целом нормально. Есть надежда. Ага, вон там я над гнездом пролетел. Прекрасно. Это не пропеллер.
Это пропеллер. Ну что ж, финт ушами. Или мы сейчас взлетим и перевернем ее, а либо... Слушайте, она что, летает взад наперед, что ли? Оба-на! Вот это было неожиданно. Так, у меня поражающая своей новизной мысль. Я на вертолете сгоняю к этой штуке за 600 метров. И на вид тут одни коровы живут. Не, ну там вот, судя по гнезду, бяшки живут. В общем, мерзкое... мерзкое место это пустыня. А тут я, видимо, мимо пролетел как-то. И не залутал. Блин, такое ощущение, что все вокруг плавится. Прям. А и... Я ничего не вижу. Где? Это багуля какая-то. Это как баговина. Давайте раз. Там где-то подо мной, но ее на самом деле... А, не отрисовалось. Ну, конечно. Гнезда тоже не отрисовались, твари, да? Веселый вертолетик. Отец, если ему пропеллеров добавить, он, наверное, гонять будет, как не знаю кто. Так. Ну что? Мир, дружба, жвачка. Вчера с вами выхожу. Пусто. Маяк, сгинь. Ага, понятно. Ну, хоть так. О, горилла отрезали сбоку. Ну да. У меня мейка-то на моей базе так и нету. Нежданчик. Ладно, найду я базу, наверное. Она где-то там. По направлению на мое место последней смерти. Я же по прямой летел от места смерти сюда. Вот там вот я помер. Значит, где-то тут база. Так, подъем. Вот тут она. Да? Или нет? Я просто думал, у меня маячок-то на корабле. А, вот она база. Фу. Ну, на базе маячок. А маячок у меня на вертолете. Вот точка А — это вертолет. Ладно. Так. Приземляемся. Место тихое. Здесь можно будет приварить винты вперед. Так, что ты прыгаешь, надеюсь, не приземлился. Поставить на базу маячок. И предаться прочим излишествам. Так. Туда-туда-туда-туда. А теперь назад. Назад, я говорю. Переборщил. Переборщил. Ну, колбасит его немножко. Надо, чтобы он еще стрейфился, тогда будет совсем хорошо. Но стрейфиться он не умеет и, наверное, не сможет. Так, вот, вот. Вниз, 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 все, прям вниз. В загон. Пум. Не прыгай. Встал. Молодец. Приехали. Как бы еще закрепить? Но тут, к сожалению, магнитка нету. Так, мы здесь. Тут.
Вот это тоже не юзная. Ладно. А что нам надо? Надо нам уже заканчивать, потому что времени много. Так, ну давайте все-таки маячок-то приспандурим. Маячок-то надо. Пилон со светом. Ну, хотя бы солнечный. Хотя бы так. Так. Ца. Temperature shield nearly depleted. Хорошо, хорошо. Опять перегрев пошел. Игрушка сохраняется, так понимаю, да? Да. Так, во-первых, включись. Включен. Во-вторых, показывайся. Автоматическая. Джей будет. Изменить цвет. Маяка? Нежданно. Вот как все. Ладно. Ну вот так, короче. Маяк у меня есть. Еще у меня была мечта поставить панель управления, которая, возможно, будет работать. А возможно, не будет. Так, ну она небольшая. На четверочку. На стену тебя можно? Нельзя. Эй. Тебе же было можно. Это вверх ногами, по-моему. Вот так. Тебя еще электричество подключать. Вот что ж жаба. Ну давай. Ага. Пропеллеры. Ну, в общем, все вот тут есть, как видите. Вопрос, что с ним делать из рабочей кабины, непонятно. По цене ничего. Ну, тапа-то, конечно. Нет, надо как-то из кабины, наверное, эту приборную панель видеть. Тогда ей можно пользоваться, потому что так я не представляю, как ей пользоваться. Машина, ты куда ползешь? Она, кстати, ощутимо может уползти-то. Оу, понеслась, да? Нет? Вперед. Стоямба. Не надо уползать тем ползающим. Так. Катится собака. Почему-то нет ручника. Заблокировало все. Ладно, стоим. Так, что у нас там 33 минуты. Ну, с одной стороны, я, конечно, тут в безопасности. С другой стороны, я пропеллер не поставлю. У меня графит-то кот наплакал. Так. Я что-то как-то и забыл. Скан я. Я. Нет? Отлично работает. Что не так? Не могу сканировать. Что за мистика? Потому что мы находимся в зоне, где сканировали. Чушь. Они могут пересекаться. Что-то я не понимаю. Temperature shield nearly depleted. Да ладно, это temperature shield. Мы сканировать не можем. Это shield.
А так? И так не может. То есть эта штука и не мешает. Ну, что-то я не понимаю, видимо. Ладно. Что у нас будет в дальнейшем? По-дурацки полсерии бегал от твари, конечно. А, мы возьмем вертолет маленький. И двинем вот по этому. А база будет сидеть здесь. Тут у нас все поюзано. Я не помню, кто-то из этих провалился под землю, а почему я второй не юзал, я не помню. Но тут все у нас поюзано, туда мы не полетим. Вот это вот открылось. И поедем пролечим. Я думаю, они тут появятся потом. Вот это не знаю. Летал, не летал. Мне кажется, летал. Ой, вообще надо посмотреть, что тут творится. Это наша база копательная. Смотрите, что тут творится. Кошмар просто. В общем, надо будет и потом туда двигать. Но я не знаю, как тут насыпется вот этого счастья. Возможно, я полечу сюда, и тут будут еще точки. Ну, что-то с этим надо делать. Очень хочется понять, что тут со сценарием. На чем, собственно, закончится сюжет. Потому что мы сейчас тыркаемся. Сейчас. Последние, не знаю, сколько серий, до хрена уже. Читаем дневники. Тыкаемся в обелиски. Но при этом непонятно, чем все это закончится. По обелискам можно прыгать, да. Пока не офигеешь. В карман кладешь эти вот блоки питания и сигаешь. Там втыкаешь, сигаешь дальше. Но нельзя осматривать вот эти точки. Мне тут коммент писал, что он прочесывает всю планету по спирали. Ну, в общем, пока не достиг логического завершения. Ну и мне до логического завершения еще далеко. Особенно учитывая, как я вот сегодня вляпался в этих тварей. И прыгал с ними. Теперь вот мой трубчик там напоминает. Ну что ж, по крайней мере вырвался. Вырвался от логова. На этом всего хорошего. И до новых встреч.